Здравствуйте, вы со мной на канале Остроумно, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. И у нас сегодня гороскоп на 11 июня 2018 года. Итак, Овен. Овны будут постепенно выходить из своей депрессии. Старайтесь не навязывать себе того, чего на самом деле нет. Проводите время с семьей. Телец, будьте внимательны к поступающим к вам предложениям. Они могут быть заманчивыми, однако вряд ли принесут вам пользу. Постарайтесь не принимать поспешных решений. Близнецы. Сегодня у близнецов все складывается отлично, как на работе, так и в личной жизни. С вашей второй половинкой будет все складываться хорошо, если вы будете проявлять уважение друг к другу. Рак. В этот день у раков будут успешно складываться дела в области карьеры. Успех ждет вас в творческих начинаниях, а также в личной жизни. Залог успеха кроется в самодисциплине и внимании к деталям. Лев. Сегодняшний день сложится удачно. На работе ожидается повышение. Обратите внимание на свое питание. Стоит внимательнее относиться к здоровью. Дева. День символизирует справедливость, защиту прав. Положение планет вызывает развитие у девы особой чувствительности к любой несправедливости. Старайтесь не вмешиваться в конфликты. Весы. Успех в карьере вырастает. Вам будет очень хотеться продемонстрировать это окружающим, но этого пока делать не стоит. Скорпион. Сегодня скорпионы могут рассчитывать на финансовую поддержку. Если у вас были запланированы покупки, смело приобретайте их. Стрелец. Хороший день для тех, кто привык делать все сам. Ваши труды будут вознаграждены. Вечером ожидается приятная новость. Козерог. Сегодняшний день сулит вам много радости и станет исключительно благоприятным днем. Вы сможете раскрыть и продемонстрировать всем свои творческие способности. Водолей. Сегодня возможны вспышки гнева. Понаблюдайте за своим здоровьем. Не исключено, что вас будет беспокоить аллергическое высыпание на коже, бессонница и тяжелый сон. Рыбы. Сегодня лучше воздержаться от общения с близкими. Возможно, конфликты, которые затянутся на очень долгое время. Сегодня у вас может быть нестабильное настроение, потому лучше провести день в одиночестве.